Обзор самоката Marathon Strider мы начнем с распаковки. В комплекте приехала ремень для переноски, два шестигранных ключа. Запакован он довольно хорошо. Здесь идет на рулевой колонке такая гофрирующая пленочка. Крыло тоже запаковано и примотано, чтобы не поцарапалось при транспортировке. И вот здесь снизу подножка тоже запечатана, потому что эти элементы чаще всего повреждаются. Мы видим аккуратные сварные швы. Толщина металла впечатляющая, 8 мм. С этой стороны аналогично все проварено. По поводу надежности сварки можно не волноваться, все выполнено полуавтоматом. В данной модели высота руля регулируется легким движением. То есть ее можно подстроить практически под взрослого человека. Данную модель можно использовать детям от 5 лет и старше. В принципе, дальше нет ограничений по возрасту, только по весу пользователя. Модель имеет ограничение на 100 кг и рассчитана на возраст от 5 лет и старше. Данная модель легко складывается. Вот одним движением здесь отпускаем, нажимаем эту педальку, он складывается. В самокате предусмотрен ручной тормоз, но оттормаживается заднее крыло. То есть при зажиме заднее крыло трется в колесо. То есть таким образом происходит торможение. Его можно использовать, кстати, как и ножной, то есть то, что ногой вы тормозите, так и рукой можно тормозить. Но тормозить всегда заднее крыло. Кстати, ручка регулируется. Ручка имеет регулировку для детей, скажем, младшего возраста. Ее можно сделать, вот здесь регулировочный винтик, и можно сделать диапазон, чтобы был меньше ход педали. То есть ее можно использовать и младшим, и старшим. Так как самокаты все складные и ручки при транспортировке желательно вытаскивать в такое положение, чтобы они место не занимали, то в противном случае, когда вы их собираете обратно, они имеют вот такой люк небольшой. Чтобы этого избежать, здесь предусмотрен специальный зажим, который закрывается и руль фиксируется жестко. Из достоинств этой модели можно отметить, что у него есть передний и задний амортизатор, что при езде по неровностям играет большую роль и очень хорошо смягчает ход подвески. То есть вибрация не передается ни на руль, ни на самого ездока. Самокат имеет вот такое мягкое резиновое покрытие на подножке, что не дает скользить ноге райдера при движении. Рукоятки здесь выполнены из резины, что обеспечивает удобный хороший хват. По сравнению с неопреновыми они гораздо практичнее и долговечнее. Также хочу сказать, что модель выполнена из алюминиевого сплава, что способствует уменьшению веса конструкции. Он гораздо легче, чем остальные модели. И здесь имеются 200-е большие колеса, что позволяет проходить хорошие неровности. и не перебирать дорогу, ездить везде.